Сегодня православные югорчане отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этом году он пройдет в непривычном для верующих формате. Традиционных купаний в ледяной проруби не будет. В регионе не оборудовали ни одной купели. Однако на реках и озерах, как и в прошлые годы, будут дежурить спасатели. Такие меры в округе приняли из-за пандемии. Отмечу, в прошлом году 50 тысяч югорчан отметили праздник у Иордании. Хотя без омовений жители округа не останутся. В приходах по всему округу прошли божественные литургии. Крещенскую воду югорчане смогут набрать в храмах в течение недели. Я думаю, это вообще не взаимосвязанные вещи. Мне кажется, надо было сделать все-таки крещение, чтобы народ искупался, чтобы зарядился новой энергией. Теперь охлаждаться нельзя, вот, потому что в связи с такое положение. Вот, поэтому считаю, что лучше дома. Общаться надо поменьше, в кругу. Ну, как говорится, меньше народу, больше кислороду.